уважаемые геймеры и киберспортсмены нашего города. Сегодня вы присутствуете при знаменательном событии – рождении новой передачи, которую мы решили посвятить компьютерным играм и всему, что с ними связано. Оставайтесь с нами на протяжении 15 минут, и вы узнаете все, и даже чуть больше, про игры. В эфире новости игрового мира. Компания Majesco анонсировала сиквел популярного экшена Blood Rain. Выход второй части этого хита должен состояться в октябре этого года, одновременно на PC, Xbox и PlayStation 2. Разработчики обещают, что игра полностью превзойдет оригинал и поднимет все параметры на новый уровень. Этим летом свет должна увидеть Ground Control 2, продолжение нишевой стратегии 2000 года. На сей раз ребята из Massive Entertainment определяют жанр своего творения никак иначе, как тактика в реальном времени. Работа над игрой практически закончена, а мы надеемся, что на сей раз мировая общественность по достоинству оценит этот проект. Unreal Tournament 2004 все ближе и ближе. Уже ни для кого не секрет, что в игре будет огромное количество используемой техники. Но, к сожалению, для улучшенной скорости работы и поддержки транспорта Epic Games пришлось сильно изменить сетевой код. Так что полной совместимости с версией 2003 не будет. Немецкие ребята из компании Wing Simulations заканчивают разработку FPS Soldner. Обещают огромное количество реалистичного оружия, техники и участие 128 человек в сетевых баталиях. По идее, нас ждет самый масштабный и командный мультиплеер из всего, что мы видели. Убедиться в правдивости этих слов мы сможем уже этой весной. Онлайновая игра «Бойцовский клуб» переживает второе рождение. Переделан был инвентарь игрока, появилась возможность надевать пояса, нарукавники и даже использовать магию. В магазина было также добавлено множество новых предметов. В общем, до выхода второй части Комбатса разработчики делают все, чтобы интерес к игре не угас. Первый день весны на сайте Tiz Dialog была открыта игровая площадка. Теперь там можно найти описание различных игр, информацию о настройках, необходимые для игр файлы, а также посмотреть статистику игровых серверов. С 20 по 22 февраля в московской гостинице «Космос» состоялась вторая в истории России международная конференция разработчиков компьютерных игр. В этом году на выставке присутствовали такие личности, как Джон Ромеро и Том Холл. Некоторые награды распределились следующим образом. Лучшие компании – издатель 1С, локализатор Бука, разработчик JCS Game World. Лучший зарубежный игрой Крик 2004 назван Far Cry. Сталкер отхватил аж 4 награды, в том числе за лучшую игру на выставке и лучшую графику. Наш же калининградский периметр от KDLab победил в двух номинациях – лучшая игра для PC и лучший игровой дизайн. Вот уж воистину можно гордиться, что нас под боком делают такие игры. На сегодня у нас все новости. Поехали дальше. Ну а теперь настала пора поговорить и о самих играх. В сегодняшнем мини-обзоре вас ждет рассказ о 4 геймсов различного жанра. Представляю вам Crazy Taxi 3. Продолжение безумной гонки за деньгами под адреналиновый саундтрек. Со времен второй части здесь мало что изменилось. Все тот же бешеный драйв, вечно опаздывающие куда-то пассажиры и сумасшедшие таксисты. Правда, добавилась куча разнообразных режимов игры, но это не любители. Лично мне нравится, вопреки всем правилам дорожного движения, просто гонять по огромному городу, попутно подрабатывая извозом. Одним словом, игра в колизе такси – это великолепный способ расслабиться после тяжелого трудового дня. Какие будут указания? Гегемония является трехмерной космической стратегией. Никакого раша здесь и в помине нет. Все действие происходит медленно, неторопливо, пока построишь флот, пока узнаешь дислокацию и количество сил противника. Ну а как твои корабли летят, например, от Земли к Плутону, так вообще уснуть можно было бы, если бы не одно «но». Игра безумно красива. Можно часами любоваться на звездное небо, смотреть, как добываются ресурсы с метеоритов, а уж космические бои вообще описанию не подлежат. Твердо четвертый разработчик Гегемонии.
Мясо. Просто мясо. Эти слова я последний раз упоминал в адрес крутого Сэма. И, честно говоря, Вилрок мало чем от него отличается. Те же гигантские уровни, море противников, уйма всевозможного оружия массового поражения и нон-стоп экшен. Единственное отличие заключается в том, что ваш герой по ходу игры собирает золото, на которое можно купить супервозможности. Сюжет так станет вразумительный, да и нужен ли он здесь вообще? Знай себе, жми на курок. Я не хочу сказать, что игра плохая. Играть можно, даже нужно. Но за последние 3 года можно было придумать что-нибудь пооригинальнее, а не просто копировать старый хит. В зоне видимости враждебный чужой. Вот, именно таким и должен быть третий XCOM. Стоило разработчикам столько лет экспериментировать со столь любимой многими серией, менять жанры, подходы, чтобы в итоге прийти к самому началу. Вы только посмотрите на этот земной шарик, аж ностальгия берет. Фанаты UFO меня поймут. И хоть бои стали протекать в реальном времени, можно в любой момент поставить на паузу и отдать команды своим подопечным. Кстати, очень замечательный подход. Ну а в остальном, куча оружия и брони, сотни научных разработок. Жаль только, что нельзя саморучно отстраивать базы. Но это мы простим. Как говорится, XCOM умер, да здравствует XCOM. Киберспорт. Как много в этом звуке для сердца геймера слилось. Что это? Как он зарождался и как развивался? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем специальном репортаже «История киберспорта». Дорогие друзья, рад вам сообщить, что 25 июня будет 3 года со дня признания в России компьютерных игр видом спорта, а 22 июля первый Quake празднует свой 8-й день рождения. Эти два события бесспорно взаимосвязаны и имеют огромное значение для нас с вами. Ведь, по сути дела, исключительно благодаря Quake'у мир узнал, что такое полноценный мультиплеер. Не спорю, и до Quake люди рубились в сетевых побоищах. Doom, например, Duke Nukem. Но таких людей было не так уж и много. Нужна была игра, которая была бы популярна мультиплеером именно в массах. Такой игрой и стал Quake. Сингл это был рулёс. Но в историю эта игра вошла благодаря другой ее части — Deathmatch. Ибо мультиплеер Quake 1 подарил миру то, что сейчас называют киберспортом. Уже 2 августа 1996 года состоялся первый чемпионат GeekFest 96. Причем проводился он по командной игре. Главной особенностью сетевой игры было то, что игра проходила не на сингловых картах, как раньше, а на своих отдельных, специально заточенных под убийство себе подобных уровней. Наверняка многие из нас помнят DM6. Потом появились боты, на которых все тренировались, и возможность записи демок. 21 июля 1997 года Деннис Фонг, АК Трэш, выиграл турнир Red Annihilation и получил в качестве приза красный Феррари 328 GTS от самого Джона Кармака. Этот день и принято считать днем рождения киберспорта. 16 октября 1997 года была образована Professional Gamers League, претендовавшая на звание первой профессиональной лиги. Всего за год существования Quake привлек к себе миллионов людей. По сетевым играм стали проводиться чемпионаты с нешуточными призовыми фондами. Принято сознавать, что в этой стезе наши соотечественники без привлечения одни из лучших. Начнем с того, что 27 августа 2000 года сборная России в составе Devil Power Полосатый Сатан выигрывает Barry's World Euro Championship, в финале победив сборную Швеции. 13 мая 2001 года Best of Death выигрывает турнир КПЛ Holland, где побеждает и Fatality, и Lakerman. В декабре этого же года Lexer занимает 2-е место на World Cyber Games, проходившем в Корее. Ну и наконец, в этом же году клан Farze побеждает еще на одном командном чемпионате в Европе, проводившемся под эгидой КПЛ в Кёльне. Год спустя на World Cyber Games 2002 команда M19 занимает 1-е место по Counter-Strike, а Unkind по 3-й кваке. Наконец, у нас впервые киберспорт был признан видом спорта. Что сегодня понимается по словам киберспорт? Counter-Strike, StarCraft, WarCraft, Quake 3 Arena, Unreal. Но может быть еще до десятка игр. В нашей стране уже постоянно проводятся чемпионаты по различным кибердисциплинам с приличными денежными фондами. Наши геймеры ездят по всему миру, отстаивая честь Родины, как мощные киберспортивные державы. Да что там в стране? Взгляните на ситуацию в нашей области. Компьютерные залы растут, как грибы после дождя. Что не неделя, так новый чемпионат. И пусть наш город еще не входит в официальный список претендентов на участие в отборочных турах ВЦГ, я думаю, это событие не заставит себя долго ждать. Напоследок хочу сказать, играйте. Играйте все. И не важно во что. Главное, чтобы вам это доставляло массу удовольствия. Продолжая тему компьютерных игрушек, хочется обсудить ее поподробнее. Наверняка многие из вас знают, какой экшен от первого лица был назван лучшим в 2003 году. Правильно, это Call of Duty. Хит, 100% хит. Я просто восхищаюсь разработчиками. Это ж надо подать одно и то же блюдо, только под другим соусом, и получить при этом любовь и признание всех геймеров. Если вам нравится данный жанр, то вы, несомненно, играли в Medal of Honor Allied Assault.
Ну а теперь посмотрите на Call of Duty. Сравнили? Абсолютный клон, не содержащих никаких новых идей, не избавившийся от старых недочетов. Что неудивительно, ведь коллектив-то один и тот же. Повитарат любит эту игрушку. Да и мне, признаться честно, она тоже пришлась по душе. Нет, какая кинематографичность действий, какой всплеск адреналина. Создается такое впечатление, что мы находимся на самой настоящей войне. А на войне, как известно, один в поле не воин. И поэтому почти в каждой миссии с нами орудуют товарищи по оружию, которые помогают в отстреле противников и выполнении заданий, зачастую даже успешно. В Call of Duty 34 уровня, разбиты на 3 кампании, причем придется участвовать не только в наступательных действиях, но и в оборонительных. Но пиком экстаза для российских геймеров я бы назвал битву за Сталинград. Конечно, игра не лишена определенных минусов, но они не столь значительны, чтобы рассматривать их по отдельности. Да и фанаты еще обидятся, встретят ночью в подворотне, даже косточки не останется. Как же я тогда буду вам об играх рассказывать? Ну ладно, минусы мы проехали, но достоинства игры вы и без меня знаете. Расстраивает только небольшая протяженность кампании. Пройти ее можно в среднем часиков за 4-5. Но зато это компенсируется великолепным мультиплеером, множеством модов, качественной карты, хороший баланс вооружения. Что это? Новая кибердисциплина? Надеюсь. Многие зарубежные геймеры знают и любят такую онлайновую игру, как EverQuest. К сожалению, в России эта серия не очень распространена. Но сейчас ситуация может кардинально измениться, ведь в свет вышла новая стратегия Lord of EverQuest. Ну вот, еще одна фэнтезийная RTS. Только непонятно для кого. Для поклонников оригинального RQuest? Вряд ли. Они все ждут появления 9-го аддона для любимой RPG. Для любителей стратегий? Тогда при чем здесь EverQuest? Да игр подобного жанра у нас пруд пруди. Геймер, незнакомый с этой вселенной, просто не поймет сюжетной составляющей. А разработчики даже не пытаются ему помочь. Просто закидывают нас информацией неизвестных названий и разбирайся как хочешь. И не надо мне говорить, что сюжет здесь нужен как кошке пятая нога. Не соглашусь. Вспомните Warcraft. Вспомните, как мы проходили миссию за миссией, чтобы узнать, что же будет дальше с принцем Артусом. Кстати, если вы мне скажете, что Lord of EverQuest очень сильно смахивает на третий Warcraft, я тоже не соглашусь. Ведь это и есть Warcraft, просто слегка переделанный под другую вселенную, немного улучшенный в сторону деградации. 3 расы, практически ничем не отличающиеся друг от друга, 3 кампании, зачатки ролевой системы в виде прокачки юнитов и героев. Статьи первых и вторых можно переносить на следующий уровень. Хотя взять можно только жмотски маленькое количество юнитов. Так что эта фича совершенно не влияет на игру. Также нельзя не отметить совершенно невыразительный искусственный интеллект, как врагов, так и наших воинов. Люди врага, они с улюканьем и оружием на перевес бросаются в бой. Причем вместо того, чтобы организованным отрядом по очереди отмутузить противостоящих юнитов, они все бегут к разным целям. И битва в один момент превращается в кучу малу. Вся задуманная тактика летит коту под хвост, что раздражает не по-детски. Не спорю, игра понравится многим. Ведь по идее, она не такая уж и плохая. Просто до папы Варкрафта ей еще ой как далеко. Welcome to Lords of EverQuest. Геймеры, осчастливившие свою коллекцию приставкой Xbox, уже давно играют в футуристический симулятор «Ягер». К сожалению, у нас в ближайшем будущем приставки от Microsoft не предвидится. Но пришел праздник и на нашу улицу. Ягер портировали на PC. И не говорите мне, что на консолях не может быть замечательных игр. Могут. Но стану PC-шников достаются только сладкие скриншоты и обещания портировать. В данном случае обещания сдержали. Трижды ура. Ягер представляет собой аркадную футуристическую леталку. Но вот только не надо усмешек. Эта так называемая леталка даст 100-метровую фору любому конкуренту. И по моему сугубо личному мнению, даже старичку Шторму. Сюжет игры заключается в том, что нашего героя Мангуса Тайда разжаловали. И теперь он служит мальчиком на побегушках. Нужно разогнать недовольных, сразиться с толпами супостатов, сложить бомбу и смыться до взрыва? Всегда есть человек для этой грязной работы. Мы. Сразу хочу сказать, Ягер — игра очень сложная. Порой выданное задание кажется невыполнимым. Да и противники отлично летают и метко стреляют. Конечно, чекпоинты, ремонтные площадки и разбросанные по всему уровню оружия слегка облегчают суровый геймплей, но ровно настолько, чтобы не бросить игру в самом начале. Хотя бросить как раз и не получится. Ведь Ягер захватывает первые тренировочные миссии, и на расставание сил уже совершенно не остается. Здесь есть все, что нужно. Интуитивное управление, огромные скорости, проработанный дизайн уровней и великолепная графика. Описать ее словами нормативного русского языка просто не получится. Это надо видеть.
Такой воды я не встречал нигде. Можно бесконечно летать и любоваться красотами. Кстати, а вы уже апгрейдили компьютер? Я, после игры в Ягер, уже начал задумываться над этим вопросом. Ведь с тормозами играть не очень-то приятно. Высокие системные требования – это, пожалуй, единственная придирка к данному продукту. Смело можно ставить 5 с плюсом. Ну а плюс – за качественное портирование. Побольше бы таких игр. Ну и напоследок, хит всех времен и народов. Оценка 12 по 10-бальной шкале. Просто пособие для разработчиков о том, как игры делать не надо. Фронтальная атака обречена на провал. Бездарная лажа для тупых уродцев. Простите меня, не сдержался. Но нельзя же выпускать все такие игры. Ну сказали бы сразу, денег нету. Поэтому выпускаем шутер для особо одаренных геймеров от 3 до 5 лет. Хотя я сомневаюсь, что и они будут в это играть. Не буду говорить про графику. Вы и сами все увидите. Кто уменьшил детализацию? Не надо, мне и так плохо. Ух, я думал, что хуже быть не может. Как я ошибался. Ну ладно, графика. Вы только подумайте. В игре 6 идиотских уровней и 6 видов оружия. Причем, наша героиня может таскать с собой только 2 ствола сразу. Так что вечная нехватка боеприпасов нам гарантирована. Хотела была взять калаш с трупа убитого террориста. Не получилось. Приколочен намертво. Ну а сами противники, мамочка. Искусственный интеллект, что это? Мы ходим от точки А к точке Б и обратно. Да еще и на модели полигонов пожалели. Сразу вспоминается анекдот. Мама, мама, а почему меня в школе обзывают квадратной головой? Кстати, для прототипа Ниночки пригласили известную польскую модель по имени Иза Царничка. Правда, не могу понять зачем. Смотреть на нее коряво нарисованные руки, держащие коряво нарисованное оружие. В общем, мой вам совет. Хотите сберечь нервы и прожить до старости? Тогда, если увидите диск Нина, бегите. Бегите, куда глаза глядят, и ни за что не оборачивайтесь. Вам легко говорить. Рискую-то я. 29 февраля в компьютерном клубе «Арена 2» прошел городской чемпионат по любимой многими геймерами дисциплине Counter-Strike. Что ж, наша передача не смогла пройти мимо столь знаменательного события, и мы решили заглянуть на огонек. В последний день зимы в компьютерном зале «Арена 2» собрались многие команды нашего города, чтобы выяснить, кто из них является сильнейшей по кибердисциплине Counter-Strike. Побороться за этот титул пришло аж 19 команд, в том числе Experience, СССР, Escape, Russian Challenge и Fucking Butchers в 2 ее составах. Некоторые команды укомплектовывались прямо перед началом чемпионата. Некоторые вообще рождались на месте. Естественно, присутствовали и завсегдатаи всех турниров, такие как Unlimited и Western Division. Игра проходила по следующим правилам. Версия Counter-Strike 1.6 по системе Double Elimination. То есть любая команда при проигрыше не выбывает из чемпионата, а попадает в сетку лузеров, где у всех еще есть шанс подняться и дойти даже до финала. В качестве ограничения правил было запрещено пользоваться тактическими щитами. Бои проводились на следующих картах – Nuke, Aztec, Inferno, Dust 2, Prodigy, Train и Cable. Поля сражения выбирались жеребьевкой капитанов команд. В самый разгар турнирных событий мы решили побеседовать с капитанами некоторых команд. Меня зовут Тимур Балавадзе, мой ник Ками, играю в команде Western Division, считаюсь капитаном. Так, мое имя Индила Игорь, я играю в команде Western Division и мой ник Горыныч. Ну, вообще команда организована давно, но состав поменялся и мы где-то играем этим составом неделю. Мое любимое оружие это АК. Меня зовут Назаренко Максим, ник Назар. Синзов Алексей, ник Лёва. Как давно вы играете в КС и какая версия КС вам нравится больше? В КС играю я около 2 лет. Версия мне больше нравится 1.5. Играю около 1.5 года, 1.5. Меня зовут Русский Виталий. Я являюсь председателем Калининградской ассоциации кибератлетов. Очень много команд приехало из других городов. То есть у нас 4 команды гости из области. Вот могли команды из Литвы приехать, но у них там какие-то свои проблемы были с визой. Так что вот нормально. Весь день прошел в постоянных и напряженных боях. Компьютеры не выключались ни на минутку, а кулеры гоняли воздух, как новые пылесосы. Гам стоял невообразимый. Хорошо, хоть команды играли в наушниках и не слышали творящегося в округе безумия. Для того, чтобы посетители не дышали в затылке играющим, был оборудован зрительский зал, где все желающие могли понаблюдать за текущей игрой. Правда, пробиться туда можно было лишь с большим трудом, но несмотря на это, нашему оператору это все-таки удалось, применив при этом небольшую физическую силу. К сожалению, из-за большого количества играющих команд финал был перенесен на 5 марта, и в первый день проведения чемпионата определилось только 3-е место, которое, на удивление, заняла молодая команда «Лордов». Отказавшись играть за 2-е место, они довольствовались призом в 500 рублей.
финале же встретились вечные соперники. Бывшая команда Impossible, ныне носящая имя Unlimited. В составе Джон, Шадоу, Сандер, Инсайд, Симпсон и Ками, Горыныч, Юнион, Гофман, Серж из Western Division, не нуждающийся в комментариях. Действия финальных баталий разворачивались на Денюк и на Дэйнферно. В итоге призовые места распределились следующим образом. Второй приз в размере 750 деревянных утянули домой Unlimited. Ну и победителями стали ребята из команды ВД. Титул лучшей команды был подкреплен денежным вознаграждением в 1000 рублей. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. А наша передача будет и в дальнейшем наблюдать за кибержизнью нашего города. Твои пожелания киберспортсменам нашего города? Чтобы они тренировались более постоянно, с большим энтузиазмом. Надо верять в свои силы, потому что я вот выступал на российском чемпионате от области, достаточно хорошо выступил, хотя никто в это не верил. Поэтому больше уверенности в себе и больше стремления к победе. На сегодня у нас все. Настало время прощаться. Но не надо. Не надо расстраиваться. Ведь мы еще обязательно встретимся в следующем выпуске передачи про игры.